Перед главным входом гостей встречали коллектив детского сада, а также счастливые родители. Открытие нового дошкольного учреждения получилось торжественным и фееричным, особенно когда в воздух выпустили конфетти из хлопушек. Это событие действительно долгожданное, ведь благодаря новому детскому саду полностью ликвидирована очередь в 6-м микрорайоне. Уже выданы 320 путевок для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На первом этаже детского сада расположены пищеблок, медицинский отсек, зимний сад, столовая и бассейн. На втором этаже 5 групп дневного пребывания, методические кабинеты. Физкультурный зал с сухим бассейном никого не оставил равнодушным. Большая площадь помещения, спортивный инвентарь, в том числе и маленькие тренажеры, которые являются настоящим ноу-хау. Занимающиеся в зале ребята старательно повторяли под музыку упражнения за своим тренером. В комнате за студией дети были настолько увлечены процессом, что почетные гости сами захотели принять участие в творческом мастер-классе. Мы действительно гордимся своими садиками. У нас все проекты уникальные. Мы в каждый вкладываем свою душу. И лично я занимаюсь, и главный архитектор, и дизайном, и самим проектом, потому что много вещей проявляются в процессе эксплуатации. Мы уже 2 года эксплуатируем наш первый сад большой, такого же комбинированного типа, где проявились определенные вещи, которые бы можно было убрать, устранить или что-то добавить. В честь открытия для детей организовали новогодний праздник, который вела всеми любимая героиня одного популярного мультфильма. Вместе с Андреем Ивановым и Оксаной Пушкиной ребята нарядили елку, а также выбрали название для своего второго дома. Теперь он будет носить имя «Мозаика». Я бы эту историю назвала «Нам и не снилось», потому что действительно не моему поколению, но старшему тем более, нам не снились такие детские сады, но потрясающе все. Просто потрясающе, потому что видно, что за каждой комнатой, за каждой кроваткой, за каждым столиком и даже игрушечкой елочной, да, абсолютное тепло, добрые руки и открытое доброе сердце. После экскурсии состоялось чаепитие. Кроме того, на базе детского сада стартовал пилотный проект «Семейный клуб». Он начал свою работу уже в день открытия. В просторном помещении родители, а также те, кто только собирается ими стать, смогут общаться, делиться опытом, получать советы от приглашенных специалистов. Планируется, что такие семейные клубы будут созданы и в других детсадах нашего района. Заходишь, здесь очень много света, очень много пространства, здесь хочется играть уже сразу. Садик, конечно, замечательный, особенно на прогулку выходить, он ходит вокруг этого садика, говорит, когда я буду там гулять, такие замечательные площадки, такие игрушки. В завершении праздника Андрей Иванов и Оксана Пушкина оставили памятные записи в гостевой книге. Они считают, что ходить в такие садики нового поколения мечтает каждый ребенок. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».